Первое поколение выпускников Одинцовского колледжа МГИМО получили дипломы о среднем профессиональном образовании. Экономика и бухгалтерский учет, прикладная информатика, банковское дело, право и организация социального обеспечения, операционная деятельность в логистике. Обучение завершили студенты 5 специальностей. Для одних это начало профессиональной деятельности, для других – лишь первый шаг к получению высшего образования. Руководство Одинцовского филиала МГИМО создало максимально комфортные условия для дальнейшего продолжения обучения. Для выпускников предусмотрены льготы и преференции, в том числе получение высшего образования по ускоренной программе. Для выпускников колледжа МГИМО, и это было важной частью решения ученого совета, принято решение о том, что они учатся по ускоренной программе, программе 3 лет обучения. Причем есть ребята, которые закончили с красным дипломом, и, соответственно, они имеют право на льготную оплату обучения, имеют преференции. Есть ребята, которые учатся у нас еще с подготовительных курсов, и эти ребята тоже имеют преференции по окончании подготовительных курсов и колледжа поступить на программы высшей школы по льготной стоимости. Словом, вуз ждет, вуз распахнул двери, колледж прощается, а Одинцовский филиал МГИМО радуется тому, что приходят новые замечательные абитуриенты. Вручение дипломов о среднем образовании провел директор Одинцовского филиала МГИМО Сергей Васильев. Он поздравил ребят с окончанием обучения и выразил надежду, что дальнейший путь к освоению знаний они продолжат в родных стенах. Ученый совет университета МГИМО заслушал состояние дел в нашем колледже. И работе колледжа, и работе преподавателя и директора колледжа была дана очень высокая оценка. Естественно, это и заслуга и сегодняшних выпускников, и тех, кто будет выпускаться дальше. На протяжении всего образовательного процесса к ребятам предъявлялись повышенные требования к знаниям и умениям. Было увеличено количество часов иностранных языков. Студенты посещали мастер-классы ведущих специалистов, тренинги, проходили практику на различных предприятиях Москвы и Подмосковья. Выпускница Дарья Маленкина тепло вспоминает годы, проведенные в колледже. По словам девушки, держать марку вуза стало для нее непростым испытанием. Несмотря на насыщенную образовательную программу, сегодня Дарья получила красный диплом. Всем осталось довольна, потому что действительно группа очень сильная. Несмотря на то, что нас мало человек, всего лишь 19, но группа сильная. То есть даже, можно сказать, по защите диплома у нас нет ни одной тройки. И сегодня у нас представлены 2 красных диплома от нашей группы. Как и многие другие выпускники, девушка продолжит обучение по специальности в Одинцовском филиале МГИМО. Дарья уверена, хороший вуз – залог успешной карьеры в будущем. Екатерина Яровая, Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».